Ты смотри, народ-то набежало. А чё такое, алё? Чё набежали-то? Я вроде никого не вызывал. Окей, надо быстрее валить. Блин, я... А, вот, все, сработало. Уходим, уходим, уходим. Че, все что ли? Ой, ребятки, ребятки. Давайте посмотрим на возню этих муравьев. Варпать будем? А, все, отварпали. Где они? Вон они! Собрались. Вау! Здорово, народ! А это не те же самые случаи? Малый ред, конечно, ну ладно. Тут летает всякая дребедень. Так, где я вообще понял? Так, надеюсь, я теперь не залагаю. Не должен. Ладно, полетели. Меняем курс. Вот зараза, зацепил. А вот теперь нет. Ай, зацепил. Да хорош цеплять-то, блин. Отцепись. Злый день, псюкастый. Все, ребятки, вы свое счастье прошляпили. Сейчас я на вас еще и смотреть буду. Че это? Чего находится? Вот. Тогда так полетели. Это с учетом того, что я на рельках постоял, я летаю, я на месте не стою. Обычно, обычно, постоянно сталкиваешься с кем-нибудь, мать-перемать. Шел вон, как неожиданно. А ведь могло быть больно. Не, я бы, конечно, повоевал бы, но что-то я сомневаюсь, я бы что-то успел бы сделать. Вот на такую писюлечку прошли мимо. Да вы где размножаетесь? Ну, конечно, конечно же, конечно, нельзя. Что у нас тут есть по курсу? Бублик кончился. А, подожди, бублик кончился, я ж могу это варпануть.
Какая нахрен конкуренция у тебя, когда у тебя, блин, кемп на кемпе тут? Конкуренция. Может дождаться, пока бубль упадет, этот что-то дурканул, куда-то полетел. А, нырнуть, этот сабр пройдет, пока этот дотопит. Я успею там уйти немножечко куда-нибудь. И второй уже будет сложнее. Он что, похож на план? Похоже. Давай так и делать. То, что бубль кинул, это, конечно, хорошо. Не, ну не так бы долго же варпать. Ну твою ж... Замечательно. Вот смотри, сколько времени мы варпали. О, я знаю, куда мы ломанемся. Мы вон туда ломанемся. Вот сколько времени мы варпали. А почему не прыгается? Ха-ха-ха. Ну все, меня сейчас расколочит. Не, чувак, ты промахнулся? Ой, лаги, 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 лаги. А он уже здесь оказался. Хотя я впервые должен был появиться. А хрен тебе. Ну хорошо, хоть не две сабры. С двумя сабрами я бы тут сейчас все, трупиком бы лежал. А вот и вторая. Здравствуйте. Вас очень не хватало. Вот видишь, что-то километраж начал уменьшать в мою сторону. Все? Закончились бубли ваши? Не-не-не-не. На писюльку не хватило. Тьфу на вас. Пшел я отсюда. А? Ты видел что, а? Один уже пропрыгнул. Уже там, с той стороны меня ждет, соответственно. Так, ну чё, пошли жопкой рисковать. Либо да, либо нет. Чё, какие ещё вопросы-то? Главное, чтобы там не толпа была. С толпой это будет проблема. Ой, стилетка... А вот это вот совсем не самый лучший расклад. Я не могу варпать, кстати, да, точнее это, лететь. На меня сетку кинут и все. Они слишком близко от меня. Так бы я обратно бы прыгнул бы. А хотя что, нет? Сейчас в клоку уйду. Давай попробуем обратно. Такой подлости они от меня, наверное, не ждали. А ничего, что он прыгнул раньше, чем... А, хотя он же видел, что я в этот сам полетел. Ладно, давай поиграем.
А чё я не прыгаю? Алло? Ай, глюки долбанные, это невозможно просто. Уходим, 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 уходим. Все, ребятки, опоздали. Ой, надулся, надулся-то, понимаешь ли. Ладно, полетели заново. Господи, невозможно с такими лагами. Не, ну так может продолжаться бесконечно. Интересно, они это сами понимают? Чехарда, чехарда, та-та-та-та-та-та. Блин, они сами еще не замукались. Ай, блин.